Житель Югорска попался с поддельными правами. Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Водитель передал полицейским свидетельство на регистрацию машины и удостоверение. При проверке оказалось, что права с таким номером не существуют, но выданы на имя другого человека. Уже в отделе полиции мужчина признался, что в 2022 году на одном из сайтов в интернете увидел объявление о продаже водительских удостоверений на все категории транспорта и решился на сомнительную покупку. Для этого югорчанин отправил данные и фотографии на электронную почту продавца. Затем встретился с исполнителем и забрал свои документы. Стоило около 60 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено 2 уголовных дела за подделку и, собственно, за использование этой подделки. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.